2 года я пытался пройти 50 на 20. Самый сложный режим во FNAF Ultimate Custom Night. Толпа бешеных аниматроников пугала меня изо дня в день. Но потом... Я попробовал топовый энергетик для геймеров Imba Energy. И это была эпичная победа. Энергетик Imba – это специально разработанный комплекс эффективных тонизирующих ингредиентов, который даст тебе мощный заряд энергии в самые напряженные моменты игры. А еще он очень вкусный. И недавно появились новые вкусы – яблоко киви, вишня, мохито, оригинал, клюква и оригинал микс. Мне больше всех зашел оригинал и вишня. Все эти вкусы и фирменный шейкер Imba ты сможешь купить по моему промокоду FNAF PLAY на 10% дешевле. А если любишь большие скидки, для тебя есть комбо-наборы со скидкой до 25% и крутой розыгрыш с 40 призами. Скорее заказывай энергетик Imba по ссылке в описании и получи мощный заряд энергии на весь день. Привет! Это свершилось, и во FNAF симулятор наконец-то добавили FNAF 4. И прямо сейчас мы поиграем за кошмарных аниматроников и исследуем дом. А также сразу в этой серии я взломаю игру и покажу тебе все секреты новой локации. Поэтому прямо сейчас загружай кучу лайков под видео. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. И сразу погнали играть! Я решил, что мы в этом видео сразу взломаем FNAF 4 только потому, что завезли всего лишь одного аниматроника. То есть кошмарная Чика, Плюштрап и кошмарный Фредбер пока что недоступны. Доступен только кошмарный Бонни. Поэтому, чтобы контента было побольше, мы, конечно же, взломаем эту комнату. Я еще не играл, поэтому погнали вместе с тобой все смотреть прямо сейчас. Итак, кошмарный Бонни, какие у него есть способности? Кто будет охранником? Вау, вау, я вижу логотип Fazbear Entertainment на фоне. Блин, аниматроники загружаются по-другому, это уже респект. Чё так долго? Вау. Я вижу нос кошмарного Бонни, где мы? Мы на кухне? Чё-то как-то темновато, если честно. Вот так, думаю, будет получше, я добавил немного яркости и теперь хотя бы... Вау, ты посмотри! Это тело кошмарного Бонни и его руки, очень круто. Так, у меня есть какая-то способность, называется тайм-аут. Возможно, я могу останавливать время. Как бы это странно ни звучало. Это действительно кухня. Почему я нахожусь на кухне, я не в курсе. Обычно это место Чики, но... Ладно, я бегать не могу, я могу только ходить. Так, не понял. Левая кнопка, чтобы... В смысле? Я могу фары включать? Я могу включать фары. Бонни, я с тебя рофлю. Подожди. Как работают мои фары вообще? Они больше не работают. Так, на меня палит фонарь. Я вижу, пацан, меня палит. Подожди. Пойду-ка... Что такое? Я не понимаю, зачем левый клик нужен. Тут есть двери! Слушайте, вот за этой дверью явно что-то находится. И мы это посмотрим, когда будем взламывать игру. Так что дождись. Это будет очень круто. Еще одна дверь. А эта дверь приоткрыта. Скорее всего, там какой-то секретик есть, да? Ну-ка, давайте глянем. Ну, там что-то есть, возможно, конечно, там ничего нет. Так, а если я заморожу время? Давайте попробуем. Типа, я могу светить. Нафига, я не знаю, я свечу. Если я остановлю время, давайте я нажму на Z и... Я реально могу останавливать время, офигеть! Вот это круто, это крутая способность. Пацан, я иду, молись. Молись, лучше иди под одеяло, я тебя сейчас покараю. Вали его! А кто это? Пацан сидит, смотри, пацан сидит! Ха! Я тебе отвечаю, я взломаю игру и посмотрю на твое лицо. Это сидит пацан! Пацан, дурачок! В смысле, меня телепортировало? Я думал, мы сейчас скриманем его. Пацан, ты там ничего не попутал, нет? Так, способность заморозка времени у меня сейчас не работает. Ладно, пойдем сразу к двери. Короче, пацан вроде сидел на кровати, но почему-то он меня заметил как-то. Или он не сидит на кровати? Он сидит на кровати. Пацан, здорово. Я... Да пусти меня, слышь, я с тобой просто хочу поговорить. Давай. Время, заморозка! Успел! Все, тебе хана, пацан. Фас, вали его! Да в смысле, почему? А почему? А почему не работает заморозка времени? Я, походу, не только замораживаю время... О, тень у меня какая эпичная. Я, походу, еще и себя замораживаю.
Или как это? Почему свет здесь? Здесь же не было света. Или это он фонарем типа светит? Я не понимаю, это свет от фонаря или откуда? Кстати, я заметил, что тут нет монет. Тут нельзя собирать... Подожди. Я могу включать и выключать свет в доме. Зачем мне это делать? Я пока что не понимаю, как атаковать правильно, потому что я вроде подхожу... Слышь ты, пусти меня, мелкий шкет. Ну-ка, стой. Может, типа, мне надо просто резко... Я не понимаю, он сидит с фонарем. Сейчас я останавливаю время и иду, захожу к нему. Давай, вот так. Раз, два, три, поехали. Заходим. Не, я не могу зайти, он меня не пускает. Пацан, ты там обнаглел? Нет. Пусти, к тебе заяц пришел, пацан. Я тебе сказку расскажу на ночь, ты обосрешься, но это ничего страшного. Мамка придет, постирает. Да пусти меня, мелкий шкет. Так, слышь, школьник, я дневник пришел проверить. Да в смысле? Я почти его напугал. Какой 5.59? Нет. Слушай, это нереально. Я хочу, блин, увидеть скример. Чё за дела вообще? Так, я это так не оставлю. Ну-ка нафиг. Ну-ка нафиг, Бонни, давай сделаешь все красиво. Почему FNAF 4 такой мега сложный? Как же долго загружается Бонни. Кстати, это действительно логотип Fazbear Entertainment. У Бонни надо эту материнскую плату поменять или что там, оперативки побольше добавить. О, монетки появились, неплохо. А то он что-то долго грузится, блин. Ему надо прошивку. Винду обновите, зайцу. Он долго грузится. Смотри, я могу свет включить. Типа, смотри. Как это работает? Вот, подожди. Вот, смотри. А, я могу, я включил свет на кухне. Это типа я отвлекаю пацана. Да, я его отвлеку, короче. Типа включился свет на кухне, а сам пойду сюда. Я гений. Гениальное отвлечение. То есть я такой отвлекаю. Сейчас такой заморожу время, прежде чем выйти. Оп, все, а теперь идем. Пугаем пацана. Я должен его напугать. Пацан, короче, пошел проверять кухню, а я сейчас его тут убью. Вот он, это монетка. Блин, где пацан? Вали его. Да почему я тебя убить? Waiting to advance. Что такое advance? Ожидание ответа или что это за фигня? Короче, напишите в комментах. Да напишите в комментах, как этого гадского мелкого школьника-то уработать. Блин, почему аниматроник такой бесполезный? Бонни, ты даже бегать не умеешь, ну ты бесполезный, хрен. Ну реально. Вот выключатель, да? Я включу свет здесь. А если я везде включу свет, в чем прикол света? Серьезно, мне даже не написали. Да, тут нет обучения, вот в чем еще прикол. Тут нет обучения, я не понимаю, что я делаю не так. Короче, пацан, даже если я тебя не напугаю, я все равно взломаю игру, и ты у меня будешь молить о пощаде, понял? Слышь ты, мелкий. Вот что это за фигня? Мне надо ждать, пока он фонарик в задницу затолкает, или что? Я не понимаю, что мне делать. Блин, Бонни, давай ты вломишься просто, откроешь дверь и вынесешь мелкого. Пожалуйста. Да я не понимаю, что делать. О, в смысле? Охренеть, я могу раздваиваться. Вот это поворот, я этого не знал. Я могу поставить... Что? Я размножил себя, в смысле? Как? Так, вот сейчас у меня немножко это мозг сломался. Я могу размножаться на время? Офигеть. Слушай, вот это было круто. Я такого... Я думал, я просто останавливаю время, и я, оказывается, могу раздваиваться. Офигеть. Может, теперь я его завалю? Да этот сраник постоянно светит на меня фонариком. Я реально... Я не понимаю, что мне делать. Короче, видимо, я должен был раздвоиться в проходе, включить свет... и типа, а потом его отвлечь, да, с другой стороны, или чё? Ладно, мелкий говнюк, давай, хочешь поиграть? Давай, оп, все, идем сюда. Надо тут свет выключить, быстрее, дурачок, быстрее! Почему ты не умеешь бегать, заяц? Давай, ты должен бежать, ты должен щеми как никогда! Сверхскорость Соника подрубай, блин, мы не успели! Да как успеть-то? Он очень медленный. Он реально очень медленный. Я не успею. Все, это все. Нет, это невозможно. Слушай, а невозможно его напугать? Его невозможно напугать? Ну хоть обосрись! Да серьезно, мелкий ты кутырок. Не, я, конечно, все понимаю. Я понимаю абсолютно все. Можно включать свет? Окей, я понял. И к выключателю подходишь, свет включаешь. Ладно, это фиг бы с ним. Но с мелким-то что делать? Мелкий вообще лютый.
Ну, я могу поставить, типа, свою копию здесь, а толку-то от этого? Типа, я смотри, я могу так нажать на Z, смотри. И я поставил себя, видал? Офигеть! Вот это кошмарный Бонни. Вот это неплохо. Я прям в момент ходьбы поставил на паузу и себя размножил. И потом он исчезает. Ну, блин, я реально не понимаю, как это работает, если честно. И я не могу напугать пацана. Возможно, как-то вот с этим надо взаимодействовать. То есть я ставлю отвлекушку, да, типа, около двери, а сам иду с другой стороны или что? Да, блин, и вот завезли бы сюда мультиплеер, я бы напугал этого мелкого. 6 утра. Ладно, ладно. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Берем сейчас и взламываем нахрен игру. Погнали. Ну что, игру я взломал, и мы сразу вылетаем отсюда, и я ни хрена не вижу. Здрасте. Я бы включил свет, но я хочу посмотреть на рожу этого мелкого утырка. Здравствуйте, маленький мальчик. По-моему, это уменьшенная копия того охранника. Окей, ладно, какая у тебя милая комната. Ух ты, у него тут той Бонни стоит. Вот до пасхалочки подъехали. Здравствуй, той Бонни. Здравствуй, кексик. Чё-то это не канон, если честно. У него фонарик между ног. Ты его в чё, в трусы затолкал? Слушай, пацан, ты мне не нравишься. Ты мне реально не нравишься. Хорошо, давайте подрубим свет. Я пока вылечу из этой комнаты. Она, конечно, веселая и интересная. Но нам надо начать исследование этого дома, я так понимаю. За то, что я в этой серии сразу тебе взломал FNAF 4. Миллион тысяч лайков завозим, не стесняемся. Просто возьми лайк, поставь, и будет красиво. Чем больше лайков, тем светлее будет освещение в этой комнате. И тем больше шансов напугать охранника, если мы все-таки это сделаем. Поэтому давайте я включу свет на счет 3. Раз, два, три. Офигеть! Внезапно я сейчас включил свет и увидел рожу Бонни охранявшего. Да посмотри, он очень качественный. Он реально просто... просто топовый. Вот Бонни, он красавчик, конечно. К нему никаких вопросов. Почему раковина черная? И это что за трубы? Так, ладно, окей, вопросы возникают, но ответов нет. Давайте посмотрим сначала, что за этой дверью. А, тут небо голубое и ни хрена больше нет. Здравствуйте, Бонни. А за этой дверью тоже, я так понимаю, ничего нет. Ну, как обычно. А вот здесь что-то есть. Ага, еще комната, еще куча комнат. Здесь что? Ничего. Какая интересная... А, вот и куб из Майнкрафта. Ну, конечно, куда же без огромного куба из Майнкрафта? У нас и в прошлой игре тоже были кубы из Майнкрафта. Чё бы нет? А чё бы не засунуть побольше кубов? Итак, картинки веселые. Это какой-то гопник сбитый. Это еще один гопник. Ну, нормальные фотки у пацана, конечно. О, а где твоя кровать, пацан? Я не... У него планшет есть. Ля, это мелкий! Это мелкий криворотый охранник, я так и знал. Это просто, короче, чувак, вместо того, чтобы посадить плачущего пацана, взял охранника из FNAF 2, ну, из прошлой, короче, из FNAF симуля... из этой же игры, короче, просто он его уменьшил. Даже планшет в руках. А где твой фонарь, кстати? У него же был фонарь, я же видел между ног фонарь. Я не знаю, это угар, ты посмотри на его рожу. У него по-прежнему нет глаз, это выглядит убер-крипово, но... А ты посмотри, я-ля какой. Не, ну фотки, конечно, топ. Фотки топ, ничего не скажешь. Куча гопников. Я не знаю, кто эти люди, но, возможно, вам будет виднее. Возможно, это подружка разработчика. А это, собственно, той Бонни. Здравствуйте, машет нам рукой, либо он машет мелкому. Чего? Мини-мангл? Офигеть, мини-мангл. Вот такого я вообще не ожидал. Мини-мангл сидит на потолке, как долбанный маленький спайдермен, блин, или просто паукан какой-то. Вот это уго... Так, вот так неприлично делать, пацан. Засунь себе этот палец знаешь куда? Правильно, ты сам догадаешься. А курить вредно, фу, таким быть. Пацан, тоже дурачок. А вот это кексик, между прочим. Здравствуйте, кексик. Че вы тут смотрите? Интересное что-то нашли? Не, ну с мини-манглой, конечно, орнул. Такого, бля, я на синий чилит, я вообще насрать. Здорово, мини-мангл, ты классная. А здесь что в шкафу интересного? Тут темно. У тебя такой темный шкаф, просто обосраться, пацан. Ты бы хоть убрался там, что ли. Итак, что у нас здесь интересного? А здесь, собственно, ничего интересного и нет. Просто куча шкафов. Здесь кусты. А здесь черный куб. Черный куб, я не знаю, это портал в бесконечность. Мне уже страшно стало там находиться. Не смей. За мини-мангл лайк. Вот за мини-мангл миллион лайков, потому что мини-мангл топ. Мини-мангл топ, кто не верит тому в лоб, там, ну, как бы вот эти вот стишки классные. Мини-мангл. Я угораю просто. Это было круто. Это было круто. А вот так вот выглядит с Фредди при свете. Конечно, не очень найс, но такое себе прикольное.
В общем-то, вот оно новое обновление, Мы исследовали всю комнату, мы успели это сделать. В принципе, там есть пасхалочки в комнате в самой, да, которые мы не видели. Я не смог добиться скримера, я не знаю. Может, вы мне напишите, как это делать. Появились, кстати, квесты какие-то. Что за квесты? Чего? Ладно. То есть мы, ну, вам не видно, но там, короче, сейчас я, наверное, уберу вебку, чтобы вы могли видеть, что там находится. Секундочку. Вот так. Смотрите, тут, получается, есть квест на активацию Golden Freddy, 0 из 3. Есть квест на активацию, между прочим, марионетки, 0 из 5. Есть квест на активацию... Качок Хелпи, короче, вот, этот мимасный чувак, и 0 из 50, офигеть, то есть появится задание в игре, это уже респект разработчику, будут новые задания, очень круто, по-прежнему ждем других аниматроников, в принципе, комната неполноценная, комнату надо доделывать, пацана тоже надо менять, он просто в стандартной позе стоит. Фонарик у него вообще куда-то пропал, и в принципе это не пацан, а просто уменьшенный чувак, уменьшенный охранник. Вот такие дела, мы раскрыли все абсолютно секреты нового обновления FNAF Simulator, FNAF 4. Прикольный, я не понимаю, как работает вот эта телепортация, остановка времени. Может, вы напишите мне в комментариях, и я разберусь. Но мы посмотрели все, кроме, конечно же, самого скримера кошмарного Бонни. Но я надеюсь, когда добавят других аниматроников, мы с вами перепройдем это все еще раз. И жду ваших советов в комментариях, что нужно было делать, как нужно было правильно пугать. И, конечно же, заводите кучу лайкосов, потому что видосик получился убер топовым. Мы раскрыли все секреты, мы посмотрели новое обновление, и было очень-очень круто. А на этом ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравилось новое обновление. И продолжаем ждать следующих обновлений. Не забудь поставить лайк. Всем удачи и всем пока!